Итак, мы вытащили все косточки. Теперь мы приступим непосредственно к посолке. Я приготовила смесь из соли и сахара. На 2 ложки соли берем 1 ложку сахара. Сначала распределим ровным слоем по поверхности нашего противня или блюда, или тарелки, на чем вы будете солить. Вот так равномерненько. И кладем рыбу на эту смесь кожей вниз. Я думаю, что здесь я отрежу немножечко, чтобы полностью рыбка вместилась. В этом рецепте нет ничего особенного, но дело в том, что многие солят рыбу просто вот чуть-чуть присолили, и она лежит 3 дня, 4 дня, я встречала в рецептах, неделю. Эта рыба просолится уже на следующий день, можно уже кушать. Желательно начинать кушать с хвостика, здесь потоньше рыбка, она быстрее сюда просаливается. Здесь будет просаливаться чуть медленнее. То есть начинайте резать с хвостика тогда. Мы солим рыбу. Вот полностью ее в соль. Просто слоем соли покрываем сахаром. Напомню еще раз. 2 ложки соли, ложка сахара. Просто вот ровным слоем ее вот так вот покрываем. Соль не втираем, а чуть-чуть просто распределим ее равномерненько. Для этой рыбки я брала тройную норму. Соли и сахара. Так. Теперь для придания особого вкуса нашей рыбки мы польем ее сверху соли и сахара, польем ее соком лимона. Слегка. Просто увлажним соль с сахаром. Так она еще будет быстрее просаливаться. Косточки мы потом уберем. Этот же посол я использую также для копчения. То есть вот одну рыбку мы засолили, а другую филюшечку я засолю точно так же, а завтра с утреца будем коптить. Теперь мы эту рыбку накроем целлофаном. Накроем рыбку пленкой. Вот такая пищевая пленочка замечательно подойдет. Вот так хорошенечко пленку распределим. И вот так поставим рыбку в холодильник.
То есть до завтрашнего утра. Вот наша рыбка полежала ночь в холодильнике. Достаточно с нее сока вышло. Теперь мы эту соль всю, что осталось, смоем. Смоем быстренько под проточной водой. У нас лишней соли не осталось. Можно почувствовать, рыбка упругая стала. И можно видеть, что она просолилась хорошо. Теперь положим ее на бумажные полотенчики и обсушим хорошенечко. Вот так. Вот такой метод посола подходит также и для копчения. То есть мы засолили две филюшки одинаково. Вот теперь она еще полежит. Я сейчас сменю бумажные полотенчики, накрою сверху, чтобы совсем вся влага хорошо впиталась. И дальше мы будем коптить.